Я всем доброе утро. Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим, как бросить вредную привычку. Например, зависимость от сладкого, например, зависимость от сигарет, от другого какого-то момента, который нарушает вашу систему. И здесь что вам поможет? Во-первых, на что мы будем с вами обращать внимание? Мы будем обращать внимание на помощники чисто физиологические. И здесь у нас и лецитин, и холин, и коэнзим будет работать очень-очень хорошо. Также посмотреть, что по витаминно-минеральному статусу. Человек, который бросает какую-то привычку, он должен заполнить свой организм не питанием, а клеточным питанием, понимаете, чтобы мозг начал получать другую энергию. И это не только энергия из еды, из других источников, но и также это энергия из состояния каких-то других моментов, на которые вы можете обращать внимание. Что я рекомендую, если вы бросаете? Бросаете курить, бросаете пить кофе, бросаете что-то делать. Во-первых, не накидываться на другой способ, заместительный способ, это поглощение информации, контента, мастурбация и другие такие моменты, которые серьезно нарушают дофаминовую систему, да? Я предлагаю заполнить энергию клеточную действительно мультикомплексом, заполнить клеточную энергию такими витаминно-минеральными комплексами и погрузиться совершенно в новую деятельность. Деятельность будет никак не связана с теми моментами, которые вы раньше выбирали. Поэтому, друзья, для того, чтобы у вас все было хорошо с состоянием тревоги, мы себе подбираем антидепрессанты, да, мы понимаем, что мы наполняем мозг клетку питанием. И здесь у нас выступает мультик, как я сказала, комплексы витаминов, минералов, коэнзим, лецитин, холин, омега. Можно посмотреть, что по крови B9, B6, B12 самые важные. Обычно люди, курильщики с зависимостями, имеют глубочайшие дефициты в этих составляющих. Кстати, кому интересно, приходите ко мне в консультацию, я вам подробненько помогу. Далее поехали. Что еще? Новая деятельность – это не то, что вы в омут с головой пришли на новую работу. Это то, что вы выбрали как заместительную терапию. То есть вы выбрали для себя как то, что будет создавать именно для вас комфорт. И здесь я говорю с вами о таком состоянии, например, как движение, как активность, как изучение нового, как новые что-то новое, направленное чисто на изучение. Когда вы много изучаете, друзья, у вас улучшается состояние, грубо говоря, клеточных мембран. И неважно, то какой-то спорт, то ли это какие-то новые программы, это и то будет важным. Еще что важно, друзья, для того, чтобы у вас прошла ваша зависимость, нужно помочь действительно клеткам успокоиться. Какое-то время можно попринимать комплексы с валерьяной, но это не аптечно, мы понимаем валерьянов, которые непонятно что. Мы с вами берем качественную валерьяну с NSP, мы с вами берем пятерочку 5-гидрокситриптофан, можно попробовать. И самое главное, друзья, когда вы что-то пробуете новое, вводите это очень-очень осторожно, мини-мини дозом. Не то, что вы там себе там взяли и кальция там дали 2000, подумали, что вот что-то не хватает, что-то штырит мне сердечко-то. Понемножку. Ну, вы меня знаете, да, я, конечно, максималист и в бизнесе, и в консультациях, но именно понемногу будет улучшаться ваше состояние. Поэтому, чтобы у вас все было хорошо, друзья, мы направляем свое цельно-пристальное внимание на
состояние всех ваших отделов. И здесь, друзья, вам помогут. Кто вам поможет? Ну, конечно, я. Вот как-то так.